Че, всем привет, ребята. Мы на канале Станом ТВ. Сегодня полное видео. Полезем на эту гору. Ну, не гору, на горку такую. Она, ну, конечно же, небольшая, не маленькая, такая средненькая. Сегодня мы полезем на нее и думаю, будет весело. Аж лезть я на нее буду долго. Потому что она не такая уж и маленькая. Нам надо сначала попасть на эту часть, вот на эту часть, потом оттуда пробраться на ту. На эту часть будет сложнее пробраться, потому что там сейчас скользкий песок такой, ну не песок, грязь, короче. И склон. Блин, на меня смотрят люди, мне, конечно, непривычно, но ради вас, ребята, я полезу. Наберу видео, залез в гору, чтобы набрать больше просмотров, как делают большинство людей. Ну, посмотрим, как мы сейчас залезем. Чё, увидимся. Ребята, сейчас я лезу. Я уже залез наполовину. Ребята, залазить сложно. Чё, ребята, я почти залез. Я залез, ребята. Вот видите, это полное видео. Длится оно, конечно, немного, потому что его нужно монтировать еще. Сейчас, когда я снимаю, у меня селфи-палка, монопод. И кругом такая вот фигня. Сейчас поставлю на палку и погнали. Кстати, ребята, сейчас посмотрим, вот так вот лучше снимать. Или вот так вот, ребят. Ну, вот так мне неудобно вообще, в принципе. Ну, так. Ну, в принципе, селфи-палка в таком режиме. Видите, рука моя, в принципе, я не держу. Ну, держу только монопод, а телефон нет. Камеру нет. Получается, ну, кстати, давайте спустимся сюда и сделаем пару кадров. Мне так неудобно вот так вот держать, получается, так вот держишь, и неудобно, короче, ребят. Вот так, я думаю, офигенно.
пипец, настроения нету. Сейчас приду домой. Опять папа будет ругаться на меня. И не опять, в принципе, у меня такое не часто, но будет ругаться. Мне это не нравится. Ладно. Очко 44 рубля. Короче, ребята, впереди я вижу аварию. В принципе, ничего нового. Авария. Белый дом. Поцеловала Peugeot. Все. Больше ничего.